Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале. И сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. И как обычно, у меня новиночка. Это Собери лук. Эту коллекцию я выставляла в телеграм-канале. Спойлер на него. Вот такие вот пакетики прикольные. Вот такое платьюшко в горошек. Очень нравится. Тоже все, почти все с блестяшками. И вот такая вот юбочка. Также вы можете перейти на мой телеграм-канал по ссылке в описании и следить за новыми будущими коллекциями. И пакетики мы будем выбирать по этому комментарию. Так, сначала из новинки возьмем пакетик вот такой. Вот очень нравится мне. Ремешки на Apple Watch. Вот такой вот берем. Угадай мультфильм по персонажу. Берем первый пакетик. Остались вот такие вот пакетики. Я вам покажу. Так. И вот такой вот. Собери пиццу. Так. Берем вот этот. Коллекция «Приготовь». Сегодня закончим эту коллекцию. А в следующем видео узнаем, что же мы готовим. Наша прошлая новинка. 1000 подписчиков коллекция. Так. Сказали с красным фоном взять вот этот. Майнкрафт. Берем с вами вот этот. Коллекция дорого или дешево. Просили взять чупа-чупсом. Вот этот. И передаем наши приветики. Так, выбираем тут три приветика. Так, вот они. Итак, первый приветик получает Ева Митряшкина. Огромный тебе привет. И твой стикер. Давайте посмотрим, что же я там вытащу. Так, твой стикер, вот такая вот собачка, которая сделана из шариков. Самира Ширинова, огромный тебе привет. И твой стикер смотрим. Вот такая вот лягушка с грибочком наверху, видишь, ляпочки. Если что, стикеры я выбираю рандомно. Поэтому, если кому-то не нравится свой стикер, извините. Вот так. И следующий наш приветик. На сегодня последний. Миленка, огромный тебе привет. И твой стикер. Так. Это вот такая вот пандочка. И вот так вот. Ну и переходим к нашей распаковочке. Так, коллекция у нас должна быть приготовь. Вот она. Сегодня попадется нам последний ингредиент. Вот это. Так. Так, номер 4. И это вот такое вот сливочное масло нам попалось. Вот сюда вот. Она обязательно должна быть.
Вот так вот. Ну и теперь вы можете писать в комментариях, что же мы приготовили за блюдо. В следующем видео я уже открою это блюдо. Также правильные ответы в комментариях я выставлю в видео, кто правильно ответит. Поэтому скорее пишите, что же это может быть. А далее у нас коллекция Apple Watch, ремешки. Так. Кстати, мы в следующем видео уже закончим с вами эту коллекцию. Так, под номером 1. Номер 1, это вот сюда вот. Вот. Это, конечно же, трэш. Так, вот сюда вот. И смотрим, что же за ремешок там. А это вот такой ремешок желтенький с такой девочкой. Кто подписан на мой телеграм-канал, у меня такая же аватарка в этом канале, только фиолетовая. И вот так вот. Вот такие прикольные у нас ремешки. И в следующем видео мы уже закончим с вами эту коллекцию. Вот сюда надо будет приклеить. Так, переходим к нашему новому каталогу. Вот он. И открываем коллекцию Minecraft. Кто писал правильный комментарий, кто это за персонаж, я ставлю сюда комментарии. Вы большие молодцы, что угадали, потому что я не знала, кто это. Но благодаря вам я узнала. Так. О, и он такой серенький, почти похоже с ним попался. Пишите, кто это. Так, под номером 9. Значит, это было под номером 8. Опять же, ошиблась, наверное, вот так, скорее всего. Ну, да ладно, с кем не бывает. А вы пока пишите в комментариях, кто же это. Опять же, выставлю правильные комментарии в видео. Так. Далее у нас коллекция «Угадаем мультфильм по персонажу». Тоже, кто правильно отгадал, что за мультфильм, кто же это, я вставлю сюда комментарии. Так, а теперь смотрим, кто же нам попадется сейчас. О, и это такая хрюшка. Нам попалось. Пишите скорее, из какого-то мультфильма. Я думаю, все знают, из какого мультфильма. Так, под номером 8. Сюда вот. Вот так вот. Переходим к следующей нашей коллекции. Дорого или дешево. Нам в прошлом видео попалась ручка. Дешевая. Смотрим, что нам попадется. Прикольный с пересыпашками такой пакетик. Так, под номером 2, на первую страничку. И это вот такая вот жвачка Love Is. Она тоже дешево стоит. Одна штучка, наверное, рублей 4 будет стоить. Вот сюда вот. Но я давно такой жвачки не видела. Вот так вот. Переходим к следующей нашей коллекции. Собери пиццу. В прошлом видео нам попалась на сладкую пиццу. Так. Смотрим.
нам попались помидорки. Это все на первую соленую пиццу. Смотрите, сколько много помидорков. Вот так вот у нас пока пицца получается соленая. Переходим к нашей прошлой новиночке на 1000 подписчиков. В прошлом видео нам такие вот шарики попались. Прикольные такие. Смотрим. Так, под номером 6 или 9. Скорее всего 9. Это вот такое вот видео, мое первое видео с озвучкой. Кто не знал, раньше я снимала ASMR видео, а это мое видео первое с озвучкой. Так она выглядела, и вот сюда вот приклеим. Вот так вот, ну что, красиво так получается вообще. Ну и переходим к нашей новиночке. Вот так я украсила страничку. Тут написано «Собери лук». И вот такая вот вторая страничка тоже. И давайте же смотреть, что же там такое. Что нам попадется. И нам самое классное попалось. Это... такие боты под номером 4, вот сюда вот. И вот такой вот платьишко с вишенками под номером 1, вот сюда вот. Вот так вот мы будем постепенно наши образы собирать с двух страниц. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Также переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Всех люблю, обнимаю и всем пока!